Здравствуйте. Сегодня хочу представить вам насосную станцию повышения давления Комбипресс торговой марки Педрола Италия с контроллерами Брио Топ. Станция оснащена двумя однофазными насосами модель Plurijet M4/200 с подачей у каждого насоса до 12 метров кубических в час и напором до 58 метров. Две бытовые вилки подключения, от которых работает такая станция. Это напорный коллектор в комплекте заглушки под резервную схему управления на механических реле. Также запорная арматура установлена с быстросъемными соединениями американками. Всасывающий коллектор 2 дюйма, имеет свой отдельный манометр. Комплектация обратный клапан, кран, американка, коллектора итальянского производства. Режим работы контроллера давление плюс давление. Максимальное давление 3 кг. Можно выбрать больше или меньше. Кнопками плюс и минус. Следующий параметр по минимуму. Минимальное давление. Давление включения насоса. По минимуму второе актуально для насосных станций спаренных с двумя насосами. Время автоматического перезапуска 30 минут. Этот параметр можно поменять. Перезапуск осуществляется после срабатывания защиты по сухому ходу. То есть, если не было воды, вдруг появилось, автоматически он может перезапуститься. Количество попыток перезапуска 5, максимально 10. Время реагирования 10 секунд. То есть, реагирование устройства на изменение параметров системы. В течение 10 секунд он не видит какие-то изменения. Антиблокировка можно отключить, включить, блокировка ротора и замерзание системы. То есть температура ниже 4 градусов, насос автоматически может включаться на какое-то время или не включаться. Максимальный ток для каждого двигателя свой, в данном случае мы устанавливаем 12 ампер. То есть ток перегрузки вашего насоса. Это вспомогательные контакты для спаренных насосных станций. Им пилимит максимальное давление системы. И архив аварий, сухой ход. Это у нас перегрузка и блокировка ротора и замерзание. Счетчик моточасов также присутствует, показывает значение. И опять режим, выбор режима работы. То есть идет повторно. То есть ничего сложного нет. Вот второе устройство мы когда запустили, двигатель был заключен на сухую, сработал сухой ход. Dry running – это сухой ход. Вот двумя кнопками мы входим в режим программирования. Режим давления плюс давление также выбираем, это для работы с спарки. Как только мы поменяли этот параметр, нарушается работа, настройка двух насосов спарки. То есть все нужно по новой. Стоп делай, то есть все то же самое. Те же самые параметры, максимальный ток. Вспомогательный контакт нужно установить и там единицы. Тогда будет работать в спарке. Ну, вот по 5 попыток по сухому ходу было. Не было перегрузок, то есть счетчик пустой. Режим давления плюс давление. По максимум 3 кг, по минимум 1,8. И вот сейчас появилось по минимуму второе. После того, как мы поменяли значение AUX-CON, то есть вспомогательный контакт. Здесь то же самое, по минимуму 1,8, по минимуму второе 1,5. По минимуму второе обеспечивает включение насоса, если давление в системе продолжает падать, а первый насос не справляется. То есть выключаются они одновременно, а запускаются попеременно. Сначала первый работает, если упало давление ниже, по минимуму второго включается второй насос и помогает работать, то есть насосы работают вдвоем, обеспечивают водоснабжение. Вот какая насосная станция. Всем спасибо.